почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. И вот очередная увлекательная книга из серии «Страдающие средневековья. История алхимии. Путешествие философского камня из бронзового века в атомный». Сергей Изотов. Сергей Изотов – культурный антрополог, младший научный сотрудник библиотеки герцога Августа Германии, аспирант английского университета, лауреат премии «Просветитель» за бестселлер «Страдающие средневековья. Парадокс христианской иконографии», а в новой книге вызывает восхищение проделанная автором работа, кропотливая, объемная, скрупулезная, создающая полномасштабную картину развития златоделия в мире с древнейшего до настоящего времени. Это действительно качественная и великолепная книга для новичков и для профессионалов, снабженная множеством иллюстраций. Хотя, правды ради, книга местами кажется поверхностной, но это не умаляет огромного объема работы, проделанного автором. Подзаголовок книги «Путешествие философского камня из бронзового века в атомный» передает архитектонику замысла. Начать с путешествия по разным частям мира с бронзового века, перейти в Китай, поговорить о китайских эликсирах бессмертия из ртути, индийских аналогах, греческих практиках. Любопытно, что процессы везде одинаковые, несмотря на то, что это разная страна. Потом мы перемещаемся в Египет, и именно в Александрии алхимия процветает. И здесь появился легендарный Гермес Трисмегиста. Когда Египет захватили арабы, они и дали название алхимии. И уже из Египта искусство это проникает в Европу и становится необыкновенно популярным. Понятно, что судьбе алхимии именно в средние века придается большое значение. Но Сергей Изотов продолжает бесстрашное движение к нашим дням. Сергей Изотов. История алхимии. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».